В ходе пробного ЕГЭ добровольцы прошли через все процедуры экзамена. Так же, как и школьники, их родители зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи. Прошли предэкзаменационный контроль и заполнили бланки. Они увидели, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. И все это для того, чтобы снять с детей и взрослых лишнее психоэмоциональное напряжение, связанное с подготовкой и прохождением ЕГЭ. Неоценима роль родителей и всей семьи в подготовке к государственному экзамену. Это прежде всего создать тот психологический климат дома, который необходим для ребенка. Успокоить ребенка, вселить в него уверенность в своих знаниях. Экзамен – это результат всей учебной деятельности, начиная с 1 по 11 класс. Родители сегодня пройдут всю процедуру проведения экзамена, психологически настроиться, что действительно на пункте создан благоприятный микроклимат, и все это передадут своим детям. Родителям предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории, дающий представление об экзаменационных заданиях разного типа. Пробный экзамен занял примерно час, но многие справились с заданиями досрочно. Сегодня у нас на пункте 30 родителей в двух аудиториях по 15 человек. И кроме основной массы родителей, это из нашей школы, но есть еще родители из 12-й школы. У нас и в основном родители здесь пишут старшеклассников 8, 9, 10 классов, но и присутствуют и другие родители, которые изъявили желание попробовать свои силы. Наталья Бурак воспитывает троих детей. Ее старший сын учится в 7 классе 8 школы. Сдавать пробный ЕГЭ многодетная мама пришла без тени сомнения. Историю она знает хорошо и предмет этот любит. Все понравилось, очень интересно. Почувствовать себя ребенком. В этот момент все было подробно объяснено. Очень интересное задание. Как раз была возможность проверить свои знания и оценить их. Спасибо за такую возможность. В свое время, да, я закончила школу отлично, также имею 2 красных диплома, поэтому проблем и трудностей не возникло. Также помогала ребенка своего подготавливать к Олимпиаде по истории, поэтому для нас история – это очень интересный предмет. В завершении экзамена состоялся круглый стол. Родители, только что написавшие историю, поделились с выпускниками своими впечатлениями. Результаты своих работ они узнают уже сегодня. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.